Разобрать и собрать двигатель машины – такое под силу настоящим автомеханикам. Сегодня студенты вуза и политехнического колледжа соревновались в своем профмастерстве на скорость. Работу оценивала строгое жюри преподавателей. Ребята должны продемонстрировать свои навыки по разборке-сборке двигателя, то есть отсоединить нижнюю часть, отсоединить верхнюю часть двигателя, головку, извлечь поршень и произвести геометрические замеры. Каждая команда работает в паре. За 2 часа нужно успеть выполнить все задания. Главные критерии оценки – скорость, точность и качество. Работа не пыльная, рассказывают ребята, но не без своих нюансов. Замеры, да, замеры. Тут надо уметь пользоваться точным инструментом. Как бы тут все вот точно, точно. Тут миллиметры, все, даже сотые миллиметров. Ну и много гаек. Их долго очень крутить. Иван – студент 2-го курса вуза. В детстве парень разбирал машинки игрушечные, а сегодня уже может починить настоящий большой грузовик. Это уже современный двигатель, так скажем. Тут, да, тут уже электронное, все электронное, электронная диагностика. Если бы тут стоял уже такой старенький двигатель, мы бы и так бы справились. Легко парень справился и с поиском работы. Он проходил практику на Барнаульском заводе. Там его уже ждут после окончания универа в качестве инженера-конструктора. К слову, такие специалисты, а еще автомеханики, дорожники, технические эксперты будут востребованы во многих сферах. По сути дела, это инженерные кадры, которые на рынке сегодня достаточно хорошо востребованы и находят свое место в автотранспортных предприятиях, автосервисы, станции технического обслуживания. Кстати, итоги конкурса, который приурочили грядущему дню автомобилиста, подведут в пятницу. Его завершающим этапом станет заезд по фигурному вождению автомобиля. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.